Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Вот так вот цветут и георгины, и цинии. Очень некрасивые. Сегодня у нас 16 августа. Последний месяц лета. Шмель прилетел. Летает. Ну, вот такие вот цинии. И львиный зев тоже вот цветет. Какой молодец шмелек. Ну, вот такие вот цинии цветут. Особенно такая пышная, такая вот малиновый звон называются вот они. И клеома. Такая вот клеома. Уже стала она очень высокой. И образуются семена. Такие вот наросли. Как стручки, что ли. Немножко здесь она под съежилась. Ну, вот это вот, в принципе, пышненькая такая вот. И много-много вот таких вот и семян, и листочков вот таких вот миленьких. И вот такой вот цветочек клеома. И пошли боковые побеги. Тоже скоро будет тоже цвести. И вот уже боковой побег. Распускаться будет. Вот такая вот. Цветок паук. Продолжает цвести и гелиотроп. Очень много. Также образовывается новых цветоносов вот этих вот. И вот он так вот цветет. Потом можно будет его начеренковать и, в принципе, выращивать даже в домашних условиях, я так думаю. Такой вот амарант разросся, кустик. Просто красотища. Это одно растение такое вот. Хвостатый красавец. Просто украшение любого сада. Вот такой вот разросся бальзамин. Тоже он цветет. Очень-очень такой большой, мохнатый. Вот эти вот, такой вот цвет у них. Что вроде такой, как розовый, наверное. Вот он высокий. А вот красненькие кустики не совсем маленькие, не высокенькие. Вот можете сравнить. Какой этот кустище большой. И вот красненькие. Совсем-совсем низенькие. Вот этот великан. Кустище. Цветет и кариопсис. Такой вот желтенький цветочек. Как солнышко. И вот здесь вот расцвел кариопсис. Даже пчелка вот летает на нем, собирает что-то. Красный уже процветает, но тоже такие вот цветочки. Уже семена скоро, наверное, можно будет собрать. Может, он сам посеется. Еще вот один кустик желтого. Вот такие вот цветы. Надо будет их потом на следующий год пересадить отсюда. Здесь тенек. Будем, наверное, больше солнца все-таки нужно. Какое-то другое место. И вот такие вот
яблочки висят. Уже их пробовали, очень вкусные. Они у нас сами, когда отпадывают. И тогда, в принципе, они, значит, поспели. Которые висят, когда один срывали, он еще не очень. Такие вот они. Прям натуральные яблоки. Такие вот симпатяшки. Яблони, это называется чудные. С такими вот яблочками. И рябинка вот висит такая красненькая. И калины вот такие вот грозди висят. Много ягодки. Вот такие вот обычные ранетки. Небольшие. Уже их срываем. И они, в принципе, поспели. Вот такие вот, можно сказать. Ну, компот. Хорошие ранетки. Распускаются шафраны. Они все же посломались от тяжести. Такие вот огромные цветы. Дожди шли у нас, поэтому намокли и вот посломались некоторые. Бархатцы продолжают цвести. Такая вот красотень. Очень-очень красивая. И вот только начала распускаться статица. Такой вот цветочек. Сухоцвет. Тоже очень даже такой интересненький. Поначалу даже не думали, что он вообще будет цвести, потому что листья были такие совсем низенькие. Вон там уже трава начала расти. Вот такие вот цветочки. Львиный зев тоже продолжает цвести. И вот таких вот три вместе растут амаранта. Просто вообще одним таким единым целым они стали. Очень-очень красивые. Смотрите, какие длинные у них хвосты. Просто вообще бомбезный цветок. Такие вот косы. Даже жалко, что это все затем замерзнет у нас. Клубника, вот эта мелкоплодная, продолжает цвести. Ну, в целом, ягод собираем достаточно много на ней. Уже пособирали, но вот еще скоро надо будет опять, наверное, собирать. Вот эта белоснежка, вот такие вот. Прям все, вот видите, все в ней, в этой землянике. Очень много ее. Здесь тоже вот ягодки. Такие вот они. Тоже поспела. Такая ягодка. Вот и красненькая тоже поспевает. Некоторая такая вот небольшая, мелкая. Которая вот здесь поглубже, в кусту. Она покрупнее. Такие вот ягоды. Ну, повторюсь, собрали уже, поэтому остались только мелкие ягодки. Ну, очень хорошо она цветет. Вот так вот много на кустиках ягодок. Ну и крупноплодка тоже продолжает цвести. Ну и много-много. Такие вот кисти с ягодами. Сейчас они стали еще больше разрастаться. Очень много ягоды на ней. Даже не верится, что такая ягода вот может быть. Кустики прям все вот у нее. Все в ягодках. Хоть бы они успели наспеть. Такие вот цветоносы. И вот здесь вот самые вот эти мелкие кустики, которые были, они тоже начали цвести.
активно, а были вообще просто мельчайшие. Думали, с них вообще толку не будет. Они вот начали очень хорошо расти. Ну, такие вот тоже наспевают ягодки. Кукуруза постепенно начинает, наверное, поспевать. Такие вот огромные махалки. Ну, початки тоже постепенно. Вот здесь даже один вот так вот вылез. Початочек. Ну, пока не сильно их. Прям видно, что много початков. Ну, посмотрим, какая будет кукуруза. Это у нас кукуруза для попкорна. Баклажаны плохо себя чувствовали во время вот этой жары, которая у нас стояла. Ну, в целом так. Есть баклажанчики. Правда, они немножко измельчали. Но тоже, в принципе, неплохо так плодоносит. Жарко было очень. 35-40 градусов у нас стояло. Просто очень жарко. Вот такие вот баклажаны. Багира. И там тоже, в принципе, вот начинают новые завязываться. Пчелки облютываются. Взяток уже практически закончился. И вот. Немножко потеплело. Вылетели облетаться. И вот здесь вот тоже летают, гудят. Помидоры разрослись, стали вот таким сплошным лесом. Вот такие вот помидорки. Это все в открытом грунте. Здесь тоже вот такие вот. Сейчас мы ничего не обстригаем уже. Пускай, может, листва хоть как-то защитит тут от туманов. У нас сейчас пойдут туманы. Ну-ка, помидоры все вот там вот ниже. Тоже вот кисти, тоже такие же, в принципе. Вот здесь очень много помидоров. Таких вот кругленьких. Здесь тяжелые такие помидорки. Кисти. Здесь тоже вот все в помидорках. И здесь. Ну, вот такие вот томатики. И вот здесь такой цветочек расцвел. А вот здесь вот стали поспевать прямо на кусту в открытом грунте. Здесь тоже помидорки. Ну, в общем, помидор в целом очень даже хорошее количество. Вот такие вот томатики. Там в целом вот видно, что помидоры прям в листьях, а не в кустах. И вот здесь вот уже они всякие разные. Здесь даже есть такие вот крупненькие. И там вот такие висят. В общем, все в листве. Чтобы хоть как-то защитить от туманов. И вот такие малютки черри. Морковку уже срываем. Ну, в целом, как будто морковка торчит. Такая неплохая. Еще и расти. Здесь вот лук повырывали, место освободилось. Даже куст картошки вот вырос. И здесь вот еще одна грядка с морковкой. Ну, тоже в целом вот такая вот морковка наросла. Уже ботва начала полегать как-то вот так вот. Сельдерей тоже растет. Да, опять обрезать листочки вот эти, которые начинают отпадывать на землю. Ну, вот такой вот сельдерейчик. Земляника прижилась. Вот так вот и цветет, и растет. Здесь вырвали лук. Здесь тоже земляника.
И даже вот такие вот ягодки. На усе, представьте себе. На усике такая вот ягодка. Вот такие вот кустики уже. Самое первое, что садили, вот такие вот лохматые, красивенькие. И тоже вот, которые от кустика с розовыми цветами. Они цветут розовым. Базилик уже срывали. И фиолетовый, и зеленый. Здесь куст мангольда остался еще. Свекла, а здесь горох. Тоже собирали. Ну, вот что позже садили, он тоже горох вырос. Такие вот. Ну, собрали весь практически. И заморозили. Лук-порей. Вот с такими вот ногами. Такие вот ноги у лука. Такая вот грядка с луком-пореем. И вот такая вот свеколка. Развалилась в разные стороны. Здесь все в листьях, поэтому ее там не видать. Все в листве. Ну, главное, что свекла будет не слишком крупная, как раз для хранения самое то. И удобно ее будет чистить. И капусточка. И поздняя вот эта капуста. Вот такие вот качанчики. Вот они. Прям же вообще большущий качан. Такой вот. Дальше тоже опять же. Вот это, наверное, идет у нас капуста. Колобок. Здесь тоже какая-то поздняя уже завязывается. И здесь поздняя. Какой-то качан такой. Тоже, в принципе, вот здесь позднее капустище. Это, наверное, три богатыря. Все, вот она такая вот. Здесь тоже еще один качан. Такой же примерно. Вот он. И вот этот. Смотрите, какой качан. Капуста. Вот это три богатыря. Прям обалденная. Еще только август месяц. Вот такая вот капустка. Такой вот качан. Листьев сильно много не обламываем, потому что капуста, она всегда старается закрыть все пространство этими листочками своими. Ну, конечно, обламывать все равно нужно, но вот как бы все равно не переусердствовать, не перестараться. И вот такие вот кочаны, мы садили их, как раз убрали всю раннюю капусту, которая росла у нас и там, и здесь, и вот поздней капусте такое место, прям простор образовался. Здесь вот цветут, смотрите, какая красота. Бархатцы, это не бархатцы, шафраны. Красотища. Там вообще такой куст обалденный. И вот капустка. Всякая разная капуста. Ну, в основном осталось, конечно, уже позднее, но разных сортов. Здесь тоже такие вот не слишком большие качанчики. Ну, тоже так-то неплохие. Главное, чтобы ее сейчас есть никто не стал. Надо будет, скорее всего, ее обрабатывать, потому что начали он кто-то ее подгрызать. Тут, наверное, завелся. У нас просто дожди сейчас такие страшные. Идут, поэтому не обработаешь. Ну, если что, можно будет обработать фитовермом. Вот такая вот выросла белая цветная капуста. Такой вот качанчик. Кое-какой сорвали. Вот это почему-то такой какой-то вырос. Не очень хороший. Ну, тоже как бы пойдет. Картошка уже начала полегать. Ну, еще как бы недельки три. Две, наверное. Наверное, три. До ее выкапывания. Попрорвалась вот эту ткань, материал кровной. Ну, вот такие вот дыньки. Такая одна дынька вот здесь тоже. Еще тут такая вот дынька тоже лежит.
крупненькая. Здесь вот арбузик еще спеет. Уже один срывали, вот еще осталось здесь несколько штучек. И вот эта дынька скоро, наверное, поспеет уже она. Вот-вот. Желтенькая такая вот. Ну, тоже пока она все под укрывным. Здесь тоже вот там еще одна дынька лежит. И вот здесь вот еще одна. Вот здесь вот такая вот тыковка. Фасольки здесь немножко есть. И кукурузка растет здесь вот так вот в ряд. И тоже в целом початки начинают, ух ты, поспевать. Наверное, уже вот засыхает. Подсыхают и, наверное, скоро поспеют. И вот здесь вот тоже цветут шафраны. Таким вот полем. Здесь тоже капуста. Позднее. И вот такой вот куст шафранов. И фасолька. А вот здесь растет редька зимняя. И тоже тут уже видно, что редька начинает формироваться. Из траву покосили. Сеяли ее 7 июля. Облепихи очень много. Такие вот ветки с красавицей облепихой. Все до самого верха. И все вот так вот в облепихе. Где-то к сентябрю месяцу она поспевать начнет. Сейчас немножко она все-таки еще такая кисловатая. Вот такая вот красотень. Облепиховая. И вот такие вот астрочки позавалились. Здесь оставляли кустик пустырника на чай. С краешку, поэтому так вот навалились они на него. Такие вот астры. Не держится у них цветок. Ну, в целом тоже так вот цветут. И 2 кустика флоксов цветут. Только в этом году их посадили, поэтому так поздно они зацвели. И вот здесь вот тоже все в ранетках. Много их отпадывает. Собираем. И цветут вот так вот дельфиниумы. Некоторые процветают, некоторые только вот зацветают. Здесь вот такой вот кустик георгинов. Один, здесь второй уже процветает. Там вот цветет такой вот красненький георгинчик. И там тоже зацветает еще только. И вот здесь вот цветут бархатцы. Вот столько вот ранеток. Просто все вот в ранетках. Вот такая вот красота и вкуснота. Смотрите, сколько их. Просто не пересчитать, сколько ранеток. И до самого верха. С мешками просто их. Ну, которые портятся, их бабушкиным хрюшкам отдаем. Очень любят хрюшки, такие вот ранетки. Не, потому что еще не спелые. Вот это позже спеет. А которые отвалились, они уже ничего хорошего с них. В общем, они побитые. И в большинстве своем
Червивые, наверное. Но так все очень много. Просто все усыпано. Вот такая вот красотень. Вишню всю собрали. Не так много было в этом году, но тоже компотика наделали. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.